В нашей программе новостей уже освещалось начало работ по ремонту сельского дома культуры в станице Петровской. Это здание с большой историей, которая началась еще в довоенное время. Все, что было запланировано по его капитальному ремонту, реализовано на практике. Об этом мы расскажем в нашем репортаже. Сельский дом культуры – это центр притяжения, место для общения, проведения досуга и творческого развития. И для того, чтобы он постоянно работал, он должен быть в отличном состоянии. Историческое здание еще не знало капитального ремонта. Любимый всеми местными жителями объект находится в густонаселенном районе, туда продолжают ходить дети. И то, что большая часть находилась в аварийном состоянии, было недопустимо. Удалось войти в краевую программу развития культуры, и это обеспечило финансирование ремонта. На первом этапе у нас капитальный ремонт крыши и усиление стен, то есть фундамента, стен, значит, на сумму 10 миллионов 76 тысяч. 13% из местного бюджета на условия софинансирования. Значит, объемы работы выполнены, это первый этап. Следующий этап мы в 2023 году уже подтверждение пошло, значит, второй этап, значит, на сумму 6 миллионов 4 710 рублей, значит, инженерные сети. И так успешно завершился первый этап капремонта. Впереди еще много работы, итогом которой станет второе рождение очага культуры. Он будет настоящим центром культурной жизни для петровчан. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».